Ребят, всем привет! Прорываемся сквозь Джуманджи борщевика гигантского, больше своего роста, с Ромой на речку, где мы в том году отдыхали здесь неоднократно, все заросло. Пытаемся сейчас пожарить шашлык, сходить покупаться. Сейчас я вам Рому покажу, у него только одна голова торчит, видите, нас все тут скрывает. Вот такие заросли, мы ходим, обжигаемся, а он очень ядовитый, можно умереть, если сильно обжечься об него. И Так, я его не вижу, сейчас я его увеличу. Вон, видите, у него одна шляпа торчит, блин. Давай, Роман, иди сюда. Кошмар. Местные рыбаки нам тут дорогу не протоптали, вообще никого нет. Как мы тут сейчас будем шашлык жарить и дрова искать, не знаю. Молодец. Все, пошли. Джуманджи, Ром. Ребята, вы когда-нибудь были в Джуманджах от третьего лица вид? Вот, это, блин, это вам это. Не, это вам не Дагестан, это наша местность. Тут необитаемые острова, блин. А, где камень-то, я забыл. О, да, пошли. О! Мы немножко нашли пустого места. О, может, дрова даже есть, насобирает. Смотри-ка ты. Фу, наконец-то мы вышли до своих камней. Капец, тут такая живопись. Это, блин, парк Юрской Амазонки, блин, отдыхает. Вот такие мы. Джунгли зовут! Ребят, кстати, пишите в комментариях. Ромке идет футболка моя из Дагестана. Как он выглядит? Мне кажется, ему очень к лицу. Он такой фотогеничный мальчик. Вот, все, костер пошел. Сейчас быстро стейки тогда замаринуем. Угли наждем. Да, Рома? Ромка, передавай привет дочке. Дочь, привет. Тебя Саша все время смотрит, Лена говорит, часто мои ролики. Так что передавай привет Сашеньке. Доча, Сашуля, привет. Смотри ролики. Ну что, ребят, поставили жариться шашлык, как делали мы, когда с морчками, за морчками ходили в том году. Делаем сейчас такой же шашлык на корейке. Вот я накрыл небольшую поляну. Огурчики, красный перец. Это нам местный соус аджик, а с аджикой макать. Хлебушек немножко. Сидим, видите, в борщевике на фоне реки. Вон там чайки орут, лягушки. Вот мы тут маленький пикник. Мы сейчас, кстати, с Ромой пойдем вон туда купаться. Видите, там люди загорают. А сейчас вот давайте перевернем уже. Первая сторона, надеюсь, пожарил. Ромку уже поставили. О, ай, какая красотень. Все. Он, да, немножко в этих, в угольках. О, все. Сейчас вторую сторону будет. Сейчас такое шикарно отдохнем, покупаемся, поедим. И, кстати, сегодня я вам еще сниму обзорчик на гавайку, на которой мы поедем заниматься подводной охотой на Тезу. Нам уже она пришла из Алиэкспресс. Выглядит вот так. Сейчас я вам все покажу попозже, потом. Так что вот. Жаримся.
вообще не сырое? Нет, вроде все не сырое, сочное. Что, пробуем? Давай. Ну что, ребятки, свинина удалась. Офигенная корейка на кости. Сейчас будем пробовать. Блин, это нереально шедевр. Второй раз я повторил это мясо в жизни. Второй раз и так же удачно, классно. Ребят, я не знаю, как вам правильно сказать, какие я специи кладу. Потому что у меня смесь специи из Дагестана, из Крыма в том году. Там она универсально идет. Короче, честно говоря, положил паприку, соль, черный молотый перец, красный молотый перец, паприку, соль и вот всякие такие чили еще положил. Также я положил кориандр и универсальные специи. Это нереально, ты понимаешь, ты хочешь это мясо есть настолько сильно, что ты его даже в соус макать не хочешь, потому что оно настолько вкусное и сочное. Ладно, ребят, мы сейчас будем кушать, пойдем потом купаться, это я все снимать не буду. Я вам просто поделился, вот приехал из Дагестана, вот сегодня так пикничок делаем. Ну, скоро мы поедем отдыхать, везде там вас будем с собой возить, все будет клево на контентах. Так что, кто смотрит, всем приятного аппетита. Если не жалко, поставьте лайк, пожалуйста. Ребят, гавайку слининг для подводной охоты я собрал не с первого раза, немножко поковыркался с резьбой, но в итоге все собрал. Вот такой жгут, вот такой вот наконечник, рыбу будем прокалывать. Так что вот так натягивайте, вот так палец вот здесь зажимаете, вот так натягивайте, раз ее туда до упора, вот так вот, и рыбу когда плывешь, видите, пух, выпускаешь, она бьет. Либо так можно тыкать. Жгут, потому что очень тугой с Алиэкспресса. На самом деле жгут я буду менять помягче, по-другому. Но если что, можно так приноровиться потыкать. Так что я думаю, что-нибудь у нас с Ромой получится, потому что в будущем мы купим с ним палатку. Буквально через неделю мы ее купим. И поедем на Тезу в том же году, где мы вам снимали подводную охоту. Пытались там арбалет брали в аренду. Вот. Попытаемся на нее что-нибудь попробовать половить, переночевать в палатке, обзор вам на палатку снимем, будем варить уху, жарить рыбу. Короче, у нас будет 24 часа с Ромой, поедем с ним туда. Так что вот такой вот обзорчик. Так что не забывайте, не пропускайте, скоро вас впереди ждет умы интересного контента и подводные съемки красивой реке Теза. Надеюсь, что-нибудь подстрелим. Ну а мы пошли кушать шашлык.